Мы уже начали. Но у меня за это время содержания в тюрьме выпало 15 зубов. Последний выпал 2 дня назад, но я его проглотил. Остальные вот они у меня здесь. Вот, оставшиеся у меня зубы. На 10 часов. И это у нас вторник. Выпали все, на которых держали протезы, я не могу есть. Они в первом месте. Они обретают на голодную смерть. Нет, я, конечно, еще не голодаю. И не буду голодать. А, вот, да. Понимаете, это настолько бесчеловечно. Настолько беззаконно, да? Что я вообще не знаю. Все это я в Европу сообщать буду, везде буду подавать списки ко всем этим, которые надо мной сделать. Вот и 2 месяца, и 426 суток, которые содержал. Я не говорю о них.